Один из самых близких русской душе музыкальных инструментов – это, конечно, баян. Если кто-то считает его немодным, он изменил бы свое мнение, услышав игру на баяне настоящего мастера. Стать хорошим баянистом совсем непросто. Для этого нужно приложить много сил. В 43-й школе хутора Бараниковского Протокского сельского поселения, где учатся три брата-гармониста, об этом прекрасно знают. Первым к русскому народному инструменту баяну пришел старший брат Евгений. Под руководством опытного и увлеченного преподавателя он быстро стал делать успехи, победив в краевом региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Арктур» и став лауреатом этого же конкурса в Москве. Я люблю баян, потому что на этом инструменте можно сыграть много жанров: джаз, народное, классику, потому что на нем есть очень много звуков, и потому что этот инструмент народный. Его младший брат Михаил, беря пример с Евгения, стал первым на краевом региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Арктур» в нынешнем году. Братья с удовольствием играют вместе. Мы играем вдвоем, потому что это намного интереснее, чем одному. Там разные партии, то есть мой брат играет одно, а я другое, и все созвучие очень хорошо слышно. Музыка в семье Дубовиков звучит постоянно. Любовь к баяну, которая живет у них, передалась и самому младшему брату Александру. Мама троих юных баянистов очень довольна, что сыновья всерьез занимаются музыкой. Очень довольна тем, что мы пошли на музыку, и педагог нам помог открыть талант как бы в детях. И в учебе у нас сразу стало намного лучше после того, как стали заниматься музыкой. Детки стараются, посещают всякие конкурсы, опять же, благодаря преподавателю. И я надеюсь, что они будут также дальше нас радовать. Родители одаренных ребят всей душой их поддерживают и стараются создать все условия, чтобы желание заниматься не ослабевало. Повезло ребятам и с учителем музыки Любовью Конышевой, которая не жалеет времени и сил, чтобы вырастить хороших музыкантов. Я рада, конечно, что таланты у них раскрылись. Благодаря, все-таки считают, что вот просто сел и сыграл. Нет, нужно обязательно, это очень большая работа, очень большой труд, кропотливый. То есть те дети, которые просто бегают на улице, конечно, им хочется поиграть, но при этом, чтобы где-то участвовать, нужно очень много заниматься дома, конечно. И они занимаются, и поэтому достигают определенных успехов. У способных юных баянистов все еще впереди. И думается, что настоящая любовь к музыке ведет их по правильному пути. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».